уважаю. Вы, Игнатий Тихонович, чем занимаетесь? Я утром встаю рано. У нас 4:40 встают обычно. Ну, а так как у меня много здесь работы по интернету, я вот сегодня встал в 2:15, кажется, в 2:15 ночью. И поэтому я пораньше ложусь. А в 4:40 мы все уже вместе встаем. Ну и смотрю, какие надо выставить ролики. Я каждый день выставляю по 5 наших видеороликов. По 5. И вот вчера мне скинули, попросили прокомментировать. Ну, допустим, говорят, вы там одно отвечаете, другое не отвечаете. Это мое право, это мой ресурс. И вот сейчас только я вот открываю, смотри, вот, отвечает один. Я только что увидел его. Пользователь Николай Астахов добавил комментарий. Игнатий Тихонович, мир вам, могли бы вы дать список фильмов, которые смотрите с детьми и рекомендуете взрослым? А где он? Я сейчас на нее ткну. Вот какой порядок делается. Вот она. Вот она, могли бы дать снимок. Это уже называется «Почему меня не тянет посетить Израиль?» Это сегодня ночью я поставил такой. Что ему отвечать? У меня есть ресурс форум. Я вот форум ткнул. Теперь вот здесь вот общий поиск, вот видно. Я его нажимаю. И здесь пишу «Фильм». «Фильм». Теперь нажимаю. Что выходит? Новый фильм Константина Душенова. Полезные фильмы. «Путешествие пилигрима». Вот оно уже выскочило. Очень полезные. Фильм «Остров. Как всероссийское обольщение». Посмотреть можно. Кино «Культура и духовность». Вот в это нажмите. Фильм «Глаз вопиющего». Фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. Можете детям не показывать. Фильм «Русь еще жива. Как всероссийское обольщение». Фильм «О Матроне». Идут здесь, это вторая страница, сейчас я покажу. Маленько она не то открыла. Полезные фильмы, вот как. «Скорбь». Фильмы, основанные на Библии. Ну, я еще буду показывать. «Деяния апостолов». Основанные на Библии. Фильм «6». С детьми можно посмотреть. «Глаз вопиющего», «Отец Арсений». Фильм «Отец Арсений». Вообще удивительно. Полезные фильмы. Я некоторые сам даже не видел еще. «Путешествие пилигрима», много на него ссылается. «Златоуст из Потеряевки», документальные фильмы о нас снимали. Еще что такое? «Основанное на Библии». Фильмы «Иисус». Дальше. «Джейн Эйр». «Продюсер», «Джон», «Ричард». Это главная роль. Кто дальше? Фильмы «Иисус». Главный фильм по Евангелию от Луки. Выпущенный в 1970 году. Он показывает жизнь Иисуса Христа согласно библейским изложениям по Евангелию от Луки. Ну, это вообще удивительно. Но еще какие фильмы? Ну, тут как будут указаны другие фильмы. Вот если когда откроете, основанная Библия. Там, конечно, Моисей. Фильм Иосиф. Авраам. Иеремия. Дальше еще есть этот фильм. Исфирь. Руфь. То есть это уже ну, целая фанатека получается. И там еще другие фильмы показаны. И, конечно, «Кама Гридеши», только не ну, первый, который вариант был. Там роль Нерона исполняет Питер Устинов. Вот это фильм. А второй, они просто испортили его, там поляки ставили. И еще фильм «Иуда Бен-Гур». И пытаются его переделать. Он 11 «Оскаров» получил. Одно это что-то говорит. Никогда так фильм не снять. Никогда. И никому. Вот, допустим, «Тихий Дон» показывает, а теперь заново какого-то гомосексуалиста нашли. Да что, с Глебом сравнить? Эленор Быстрицкая играет, да ее вообще никто не заменит. Она еврейка. Вот тут удивительно талантливый народ. «Тихий Дон» нельзя создать повторно. Нельзя. А возьмите, вот я не знаю, «Оскар» первый был, кажется, Герасимов ставил там «По войне и миру». О «Войне и мире» еще Ромен Ролан говорил, это океан человеческих душ. Что-то значило это. А сегодня как попало, делают.
Ни одной массовки нету, ничего в комнате. Сидит, говорит сам с собой и снимает. Это фильм. Казахстан. Поставить какой-то про наркоманов. Это фильм, взорвавший интернет. Фильм. Наибольшее число посетителей. А люди суются туда. Ну вот еще один посетитель пришел. А там ничего нету. Ничего. Совершенно ничего нету. Вот фильмы, которые оно, искупление. Фильм для евреев поставленный, что Христос есть Спаситель. По Евангелию от Матфея, это другие я не видел. Павла там, ну не очень я так краем видел. А эти я видел по нескольку раз. Вот этой книги, вот я ответил на вопрос. На вопрос, который задали, сегодня задали. Так я из этого выйти состояния должен назад прокрутить. Сейчас я выйду. Вот она где. Вот, теперь смотри. А, что я говорю? Дальше. Какие? Вот он задал вопрос. Я отвечаю, но отвечаю уже в этом фильме. Другое. Евгений Малахов добавил комментарий. Игнатий Тихонович, разберите, пожалуйста, данную статью. Ничего себе. Вот она где. Я должен сидеть и разбирать. Я глянул только, я вижу совершенно не христианское. Я и не отвечаю. Это я еще не ответил. Следующий пишет. Надежда Тишли. Да благословит Господь парнишку со мной, который разговаривал. Сынок, береги себя, ибо юность полна соблазна. Слава Христу. Ну что, тут отвечать нечего. Алексей, в Библии нет нигде слова, что Богородица или Бога Матерь. Есть Матерь Иисуса, и это более правильное выражение, так как у Бога нет Матери. Да, Иисус Христос есть Бог, но Богородица, ну и так дальше. 15 часов назад. Что интересно, вот под моим роликом пишут иногда, матерщина такая, я могу убрать. Для этого я и есть. Зачем людям эту блевотину нюхать-то здесь? Это мое право, это мой ресурс. А вот отсюда я не могу убрать. Вот здесь вот, вот, колокольчик толкнул, все остается как есть. Власти здесь нет, у меня нет никаких рычагов-то, нету. Я, допустим, наткнул, и что? Отключить оповещение о комментариях на канале, отключить оповещение о действиях на канале. То есть, если он все время сквернословит, я могу его отключить, а убрать этого не могу. Это не я, это администрация так установила. А правильно или неправильно, от этого ничего не зависит. Далее. Вот как раз на этот ролик и откликнулись. Это я беседую с Сергеем Ильиным из Санкт-Петербурга. Я ему отвечаю, почему меня не тянет посетить Израиль? Это мои беседы. И вдруг мне вчера скидывают ролик один. Ролик. И он называется вот так. Дело было в Потеряевке. Специальный репортаж Анны Афанасьевой. ТВ-4, Россия-24. Вот она где. Они прилетели, когда нас стали гнать, Роспотребнадзор. Ну и в печати они стали печатать там где-то. И на меня как посыпались вопросы. Такая-то радиостанция, такая-то студия. Просят, примите наших корреспондентов. Мы хотим снять. Я ни одному не ответил положительно. Нет, зачем? Вы нам только мешаетесь. Вот она была здесь, а ее еще не было. В это время я далеко в поле, работаю с тракторами, и звонят. Я должен трактор-бульдозер остановить и разговаривать. А я плачу за каждый час 1500 рублей. И, наконец, вот эти звонят. Мы ТВ-24, я говорю, я не смотрю ТВ. Мне это... А почему 24? Я говорю, на 24-м месте стоите? Да нет, это 24 часа мы вещаем в интернете. И чего вы хотели? Ну, приехать. Да ничего нового нету. Обыкновенная деревня, 10 домов стоит. Что смотреть? Да вот у вас там... Мы смотрели, а я ролики выставил, как мы тренировались. И как они заходят, эти... Ну, Роспотребнадзор, полиция. Это мы все снимали и ничего не добавляли. Прям целиком. Не вырезали нигде. Я не умею вырезать. Это плохо. Но в то же время и плюс есть, что я ничего не добавил. Я не компоновал. И они говорят, нам нужно быть у вас. Почему это нужно-то? И они начали меня убеждать. Я говорю, я не свободен. Я только в субботу-воскресенье могу освободиться. Так, а звонят в пятницу. Так мы в субботу и приедем или в воскресенье. А откуда вы? Так откуда? Да уже Москва. Я не знал. Из Москвы. Она, я даже не расслышал, что Анна Афанасьева и что она так выступает. Ну, я говорю, тогда не знаю, они меня поймали на слове. Я сказал, я свободен, бывает, суббота, воскресенье. Я начинаю пояснять, что вечером у нас богослужение, я не могу, а ну мы тогда утром, думаю, на сырные какие. Но воскресенье у нас богослужение, литургия, и потом занятия. Ну, а мы можем после занятий, ну, явно. Другие, никто так не говорил. Отказал, и сошли.
Ну, разрешите нам, нам просто необходимо. Советоваться не с кем, батюшки нет, а едут-то ко мне, не к батюшке. Ну, я думаю, они в воскресенье не успеют, ну, Москва все же. А звонят уже, кажется, ночью на субботу. А мы сейчас на аэродром и прилетим. Я думаю, может, какая-нибудь шпана через забор сидит, звонит и, ну, дурь гонит. Но я сказал и поехал к батюшке, я разрешил. Я говорю, к нам очень трудно с дороги ехать, будет, если не погода, вам не проехать. А мы машину найдем, вроде вездеход. Они меня зажали со всех сторон, ловили на слове. Я вижу, опытные, надо быть осторожным, но назад-то я не могу свои слова взять. Ну и батюшке сказал, ну и суббота прошла, воскресенье, уже мы сели на занятия у батюшки. В это время машина идет, они приехали. Она приехала, и с ней еще один какой-то ингуш, который с аппаратурой возится. И вот тут начинается съемка. Они прямо снимают на занятиях у батюшки. А я-то все тоже снимаю. Я после посмотрел, они пошли по домам где-то, главное в лагере, главное на пруд, и все где как было, меня расспрашивает она, но видно, что она не самостоятельная. Ну, я, наверное, сколько узнала там до вечера-то. Ну, мы приедем сюда в понедельник. Я говорю, а куда вы денетесь? Ночуйте здесь, я вам поврозь дам кельи-то, ну, места, где ночевать-то. Нет, нам надо ехать. Ну, зачем вы поедете? Опять машину нанимают, за ними машина приехала, и они уехали. Куда они уехали? В Ребриху. В Ребриху. Ну, и все на этом кончилось. Ну, мы работаем на Северном пруду, на Рыжковском. И батюшка говорит, приехал ко мне, ты новость-то слыхал? Я говорю, какую? Эти-то, которые от нас уехали-то, у нас дождь прошел, нет прохода. Они возвращаются. Как возвращаются? Да мы же все рассказали. Нет, говорит, не все. Ну и что? Да дело в том, что они уже в Мамонтово, в нашем районном центре. И там администрация края уже берется за них. Они там уже и на Роспотребнадзор выходят и нанимают там какие-то машины. Ой-ой-ой. Я-то надалеко от деревни. Я думаю, меня тут они не найдут. Нашли. Вот что значит настоящий режиссер. Я таких знал, мог назвать только это игумен Сахаров. На Берсеневке служит, в Никольском соборе. Отец Кирилл, игумен. Вот это да. У нас когда был он, дней 10. С утра до вечера с магнитофоном. Магнитофон заклинило или батарейка села. Он сразу, так, стой, что за... Что сказал? Что сказал? И потом был Макаров Сергей Сергеевич. Корреспондент из Москвы, журналист. И он работал 10 лет в «Комсомольской правде». А в это время в редакции «Версты». И оттуда его послали. Ой, дотошный... Куда он не проник? Вот мы сказали в прокуратуре, краевой, так он туда проник на прием. Краевая администрация, он туда на прием. Из первых рук все узнал. Вот как надо работать. Дальше. Я работаю уже 20 лет в тюрьме. И он со мной увязался. Да зачем ты-то? Да не пропустят. Пропустят. Идем, маленькая тропинка. Я говорю, мы идем, а температура была как раз 42 градуса мороза. А монастырь бывший, где тюрьма находится, он повыше. И ты оттуда поднимаемся, глянешь, там не видно, как кисель, смог такой большой. Он идет, стой! Что? У меня застыл, говорит, магнитофон-то в карман положил. Ты что сейчас сказал? А что я сказал? Ну что-то сказал такое. Я начинаю, к чем мы закончили. То есть мысль оборвана, ему надо записать. На морозе голой рукой. Вот журналист. Это я понимаю, он работник. И дальше он запишет все как есть, ничего не прибавляя, ни одного слова. А тут кого-то найдут, какого-то, который ни разу у нас не был-то. Идем, и тут тропинка маленькая. Я говорю, а здесь однажды мы нашли большие ямы, это расстреливали которых, людей-то. И там валяются галоши, кости, там черепа. А ребятишки туда эти черепа разобрали, носятся с черепами по окраинам города здесь, Булыгина, вставили фонарики, как будто глаза светятся-то. Ну, я поехал в КГБ, местное сказал, и там сразу оттуда, это их работа. И они все там, видно, бульдозер пригнали, все заровняли, все убрали. И на этом месте, это уже видно, церковь взяла память, мы помним, погибшие, невинно погибшие, расстрелянные, реабилитированные, памятник. И он сразу, давай пройдем, я говорю, тут метров 100 идти, пройдем. Ну, мы по снегу подошли. Ну, я перекрестился, поклонился, и он все записывает. Все! Вот так надо делать. И вот эта Анна, она дотошная. Анна Афанасьева. И она меня нашла на Рыжковском пруду и здесь.
И вчера мне, ну сегодня у нас 22 февраля 2017 года, а вчера ночью мне скинули ролик. Вот этот ролик, и говорит, это ваш ролик. Я говорю, а кто ставил? Они поставили. А я говорю, там написано во свете Библии. Нет, говорит, Россия-24. Значит, не наш. И что там? Ну, то, что снимала, она и... А, так я это смотрел. Он не сегодняшний. Он поставленный ими был давно. Здесь даже не могу я сказать, какого, но нету. И сколько? 186 положительно проголосовали, а 43 отрицательно. Вот, погляди. 11805 просмотров. Россия-24. А сколько здесь комментариев? 172. И говорит, комментирует как? Вы могли бы прокомментировать комментарии? Я говорю, сначала я просмотрю. Вот я включаю его, смотрите. И она ничего здесь не дает никаких звуков. Музыка какая. Я выключу ее, чтобы не привязалась. Вот это она снимала. Дело было в Потеряевке. Дальше, смотрите как. Вот это неизвестно, кто снимал, они или мы. Неизвестно. Может быть, она снимала. Вот это секунды. Вот там веники висят. А вот теперь мы молимся. Это она не снимала. Этого уже не было. Лагеря не было. Дальше она берет из моих фильмов. Вот мы выходим из храма. Вот это наши фильмы, я могу показывать. Ну, не важно, что говорю здесь, потому что вот. Теперь мы тренируемся, убегаем, как убегать, когда власть придет. Вот они, люди бегут. А это вот как будто Роспотребнадзор. Я теперь детей этих инструктирую. Вот. Ты там себя, наверное, должен был увидеть даже. Да, есть. Ну вот. Теперь подходит полицейский наш, участковый, показывает. Теперь Роспотребнадзор. Я с ними говорю, это она берет все с моих роликов. С моих роликов берет. А что не брать 6500 роликов-то? И вот я сейчас посмотри, как она идет. Где ее? Ее еще ничего нет. Она прилетела, это она могла снять и там. Лагеря не было, когда она прилетела. Тут доказывать не надо. Зачем было лететь сюда? Когда свои съемки, она снимала 4,5 часа. Я подсчитал, 4,5 часа. Вот здесь комментарии, здесь опять показывают, бегут. Это второй раз, наверное, уже, когда убегали. И вот я иду, полиция тут приехала, вон, видать, машина. Это мы снимали. Когда они приехали, этого ничего не было. Ничего. И вот заметьте, она снимает, и пока еще ничего нету. Все наше берет. Ну, это ей надо, раз я выставил, любой может брать. Она не критикует, ну, маленько так, как бы. Идет видеозапись, у нас написано. Вот. Вот это я не знаю, крест, может быть, она снимала. Вот дальше она идет, это ее. Вы не знаете, как доехать до Потеряевки? Кино, сможете добросить? Там просто дороги размыло, на обычной машине, говорят, не добраться. Попробуем. Можно, да, с вами? Конечно, конечно. Все, спасибо. Вот она идет. То есть они заранее договорились, машину наняли, потом подпятилась машина. Я знаю, как это делается. Теперь они едут. И вот она разговаривает. Она замерзает, отрезая деревню от внешнего мира. После дождя она превращается в болото. Интересуемся у местных мужиков. А что говорят в округе про общину Лапкина? Они хорошие, общительные. Андрей, я в прошлом году дорогу им делал, и они даже просили, чтобы не материться. Если заматеришься, уходят сразу. Мы что, русские парни. То есть смеются, что материться нельзя. Вот они, это ее снимки. Вот считайте, сколько. Теперь она приезжает, лагерь пустой. По всей вероятности, это ее снимки. Качели, как наши здесь все сделано. Это она снимает. Теперь она в деревне. Кому она пришла тут? Нина идет, Шадрина, это моей жены родная сестра. Вот. А вот это она сама, Анна Афанасьевна. Однаково для всех, даже для гостей, необходимо соблюдать устав общины и православный дресс-код. Молодец. Дальше она встречается с батюшкой. Она ничего не добавила. Батюшке рога не нарисовала. Ну, молодец просто. Дальше к Игорю Барабашу она идет. Ну, я что могу сказать-то? Дальше она снимает трактора. Это ее съемка. Ее. Теперь с батюшкой идет, ее он снимает, она идет. Она, видишь, какая приятная из себя. Батюшка ее увидел вскоре, она в Турции была, у Ордогена там. Вот теперь она снимает. Можем даже посмотреть. Всего ролик этот 15 минут. Вот заходит,
Это в храме батюшка ей все показывает. Она снимает. Это ее съемки. Вот дальше она снимает, что вошло. Снимала 4,5 часа. И что вошло? Я подсчитал, что всего 4%. 4%, которые она снимала. А из того, что она вот в этом фильме-то, она своего от 4,5 часов 4% взяла. А если в сравнении вот с этим, так вообще... Вот он, я не беру даже слова его, показать, что она снимала. Что ей показалось удивительным. Крест сняла. Знаете, она ничего не подыскивала. Видит Игоря, едет домой. Вот, там гусей гонят. Вот теперь я с ней беседую. Рассказываю. Показываю в телефон свой. И она вот сидит. Пожалуйста. Как это может быть против? Ничего тут против нету. Но сейчас самое интересное будет дальше. Они найдут какого-то человека, который никакого отношения к нам не имеет. Совершенно никакого. Какой-то вот он. Дальше я беру. Вот он сейчас. Это Ударстов Евгений. Записываем, кто к нам приезжает. Вот. Славия протестантизма, старопрячество. Вот. И то есть, как бы, вот эта вот некая смесь происходит. И еще очень... Это он взял у Кураева смесь. Он никогда нас не слышал, не знает. Посмотри на его физиономию. Ему что надо? Какое-то происходит. Да ты в глаза не видал. Что происходит? Старобрячество что такое? То, от чего вы отступили. Что исказили? Старообрядчество – это князь Владимир крестил, Сергий Радонежский. Он вообще не понимает ничего. И что он дальше говорит? Слушай. О. В Малайзии арестован уже четыре... Так, а что-то не туда. А где это у меня метнулось? Ну, видишь, как вот. Проверка будет. Президент. Уже свидетельство. И то есть он говорит конкретно, вы должны, вот, если мы 5 раз позвоним в пол... То есть она его где-то, или она нашла, или кто-то, но мы точно, я не могу сказать как. Но он выступает. Человек, который нас не видел, не знает. У меня по минутам разложено, сколько он время занимает. А тут дальше она все снимает, как у нас было. А дальше она идет в Роспотребнадзор, на наши видеоролики. И, наконец, сами они находят этих людей. И что они говорят? Таких правоустанавливающих документов, поэтому мы, в принципе, не имеем права, да, не осуществлять ни проверку, ни... То есть... Они все это беззаконно делали. Никакой проверки у нас быть не могло. Лагерь не имеет официального статуса. Мы когда-то были зарегистрированы, а потом нас сняли. Почему? Потому что мы не соответствуем требованиям, чтобы 10 человек жили на одном месте по Потеряевке. И они организуют лагерь. Лагерное. У нас лагерного ни одного не было. Мы приезжие. Ни за нарушения, ни за чего. А за нарушения были, которые я подал в суд, за 1 год 3 суда выиграл у них. Их оштрафовали, лжецов этих. То есть все основано на лжи. Полномочий у нас нет в отношении этого лагеря. Дети находятся на территории... Ну и так далее. Теперь попросили прокомментировать именно комментарии. Вы это можете так сделать по Теряевке, сами досмотрите. Вот первый. Сложно удержаться от мата. Кто пишет? Алекс... Игл. Это игл, это орел по-английски. Нашли с кем бороться. Живут себе общины, никого не трогают. Свой уклад жизни и неспроста воспринимают Роспотребнадзор и прочие службы как враждебные. И у самого зачастую складывается впечатление, что власть антинародная. И в каком месте главу общины ставят выше Бога. Где она нашла, который говорит, и где он детей учит обманывать? Этот вот этот Ударство стоит, гнется. И в каком месте так ясно показано, что Игнатий объясняет, как действовать в случае визита врагов. Оставьте людей в покое. Вы еще со своим свиным рылом заявитесь к староверам и сгоните их, как стадо баранов, в города. Кто вас просил суваться в чужой уклад? Испокон веков живут так люди, здоровей будут всякого цивилизованного. И поп туда же, явная заказуха, на травлю. Дальше. Да, я не знаю, тут какое слово стоит, не буду считать. Староверы пришли трогать, вонючие РПЦшники. Русская православная церковь. Дальше пишут, а другие думают, что вонючие староверщики, и понеслось.
Дальше мой, когда ты отвечал, кому будет интересно продолжение событий, добро пожаловать на наш канал. А кроме того, справа, вот здесь, посмотрите, сколько наших роликов. Вот, живите в деревне, это здорово. Теперь номер третий, ТВ Россия 24 из Москвы, побудили прилететь к нам. Роспотребнадзор, разборка конфликтов. Ну, то есть, вот, это все наше, прям справа. Дальше. Лапкину нужно помочь. Спокон веков Русь так жила и будет жить. А что тут это Лапкину 6 месяцев назад? Что Лапкину? Еще непонятно. А, видимо, Лавкину она написала. А этот подправил Александр. Павел Журавлев. Он говорит, что христианин, так пусть грубо о других конфессиях не отзывается. Это обо мне уже. И не говорит на баптистов-пятидесятников православных, что они говорят бред. Я посмотрел несколько видео, я уважаю все конфессии. И ни на кого так не говорю, потому что я христианин, и Бог учил любить всех и не оскорблять никого. Каждый верит, как он думает и как хочет. И нужно уважать веру каждого, что он делает. То есть, ну, то есть еретика надо уважать его, любого беспутного. Врач не может шарлатана уважать. Дальше. По-моему, РПЦ есть настоящая секта. Свечки, записки о здравии и многое другое, за что нужно платить. Деньги. Думаете, это хотел Христос? Нафиг, ман. Ну, это явно, что не его. Кому отвечать-то? Ни имя нету, ни фамилии. Ну, и дальше идет. В храмах должно все быть бесплатным, жертвовать кто сколько может. Вспомните, как Иисус сказал, что та бедная женщина, пожертвовав две последние монеты, пожертвовала больше всех. Павел Журавлев, третий раз уже. Ведь священники уговорили Пирата распять Иисуса Христа, Пирата, видно, Пилата. Потому что не признали его и говорили, что его вера неправильная. И что нужно молиться на изображение, где нашел это, Пилату говорили. А не так, как Иисус, ученики его молились на коленях, без икон. Значит, предки православия и предали Иисуса. Я так понимаю. Ну вот видишь, как договорился. Дальше. ВИА-70. Людей этих оставьте в покое, не мешайте. Если чем вы недовольны, как живут они, в каких условиях, помогите им. Но не забирайте детей, хорошими вырастут. Я тут не могу трогать, не удалять, ничего нету. Вот я направо нажму, вот посмотрите, что здесь. Здесь только одна работает, пожаловаться. А кому ты будешь жаловаться, никого и нету. Дальше. Вайс Вайсович. А чинуши так устроены, что если кто живет счастливо, нужно нагадить и испоганить все. Я к РПЦ отношусь как к сектантам, которые сосут деньги из верующих граждан. А вот эти вызывают умиление. Вы посмотрите на того РПЦшного священника, который двух слов-то связать не может и кричит о том, что детей учат лжесвидетельствовать. Да ему самому впору статью лепить за клевету. Именно так. Полностью согласен. Игорь там, почему вы никакой фотографии, ну, просто прочитаем. Отвечать таким я не намерен. Вместо того, чтобы вбухивать многомиллиардное средство в никому не нужную плитку на дороге Москвы, лучше бы этим людям помогли, черти какие-то, нашли нормальных людей, испортили им жизнь. Какое-то скотское отношение государства и его чиновников к нормальным людям. Свет Христов просвещает всех. Светом Христовым называется дьявольская тьма. Вид ангела принимает. Свет Христов. Такого нигде не было. Свет Христов, он сам Христос. Я есть в истинной жизни. Что говорит? С 2007 года деобщина Игнатия и священника Иоакима Лапкина. И в какой духовной юрисдикции? Речь идет о лагере. А они свои. Это кто-то говорит из так называемых миссионерских отделов. Самое ненавистное. И дальше он уже говорит, тут Бог больше даже считать нечего. Почему? Лжегуру, Потеряевские, прикрывая самофором РПЦЗ, где, что, ничего, ни одного слова доказывать не будут. Павел Журавлев. Его, возьмите сами, прочитайте. И он не признает другие конфессии, оскорбляет. Я посмотрел, ну это то же самое. То есть три раза считал, он одно и то же. Максим Максимов, дорогой народ. Игнатий Тихонович – это незаурядная личность, настоящий самородок мирским языком. Но на самом деле такие рождаются раз на 100 лет. Он полностью подчинил свою жизнь служению Господу Богу. У него величайшая широта мышления.
поэтому он и в православии. И хотя враги и гонители пытаются записать его в секту, по узости интересов и отсутствию страха Божия, то есть говорят так. Конечно, Игнатий Тихонович, как ярый борец за чистоту православия, мешает многим сектоведам и их хозяевам, то есть Дворкину. Ведь секты многочисленные, типа свидетелей, теряют своих адептов. Народ переходит благодаря труду таких подвижников, как Игнатий Тихонович в РПЦ, а не в общину. И многие знакомые с учением в кавычках Лапкина даже начинают платить святую десятину в храмах РПЦ. Не у нас, а у них. Считают святое Евангелие, не покупают в храмах, требуют, чтобы священники крестили, как научат. Научил Господь. Мужчины узнают из Библии, что Господь запретил трогать бороду. Девушки и женщины до себя одеваются целомудренно. Ну и так дальше, прочитайте. Не прелюбодействуют, не обманывают. Тут большой очень. Там Иоанн Златоуст как говорил, сами прочитайте. Алексей Куракин. А меня заблокировали на православном сайте в Азбуке Веры, в знакомствах. Там, в дневнике, в самом... В своем дал ссылку на сайт Игнатия Тихоновича и назвал жизнь православных на Алтае. И причину блокировки написали, что я пропагандирую. Причина – пропаганда неправославных учений. Во как! Дмитрий Гринченко. Игнатия смело можно обозвать современным святым в нынешней лживой чиновничьей России. Кто с его биографией и делами не знаком, а пытается осуждать? А те далеки от объективных оценок. Стыдно пребывать в невежестве, господа. С кем в стране жить детям желаете? С Роспотребнадзором, чинушем и кремле-троллями. Дальше. Лапкин делает правое дело. Николай Бележанин. Насколько я помню, Лапкин спит 4 часа в сутки. А кто так не спит, тому грубое порицание с его стороны. Он даже не щадил беременную жену Виктора Савченко, француженку Иоанну, которая сейчас проживает во Франции. Грубо ее порицал и отчитывал, что там много спит. Разделил семью, в общем. То есть он знает, я разделил. У нас спят кто сколько хочет. 5 месяцев назад. Дело в том, что, как Григорий Ницкий говорит, слово имеет воплощение. Не только во Христе. Это реально, на ком-то отражается. Кого-то ты отбил от истины. И за это будешь отвечать. А вы на ее выйдете и скажите, сколько ты спала. Найди ее у нее, там, в моем мире, где она есть ВКонтакте, и скажи, почему ты уехала. Я ничего не буду говорить. Я знаю только, что птицы слетаются к подобным себе. За кого заступаешься? Человек спит больше всех, если деревни, то, конечно, ему надо подсказать. Это новая обстановка. А в деревне как спят? У нас встают рано. Кто рано встает, тому Бог дает. И что, из-за того она уехала, что не дают, знать не знаю. Я в это время в Барнауле был, уже прошел месяц, и она уехала из-за этого? Конечно, нет. Никакого отношения к отъезду это не имеет. Совершенно. И так что Николаю этому надо принести извинения перед Богом. Прощение. Дальше кто-то пишет, лучше в такой лагерь отдать ребенка, пусть со спартанскими условиями, но там он вряд ли научится дерзить старшему, лениться, ругаться матом, а главное 8-13 лет уже девственность потеряет, как во многих лагерях, которые одобрил Роспотребнадзор. И рассказывает, говорит, 2 этажа, на 2-м девочки спят, на 1-м мальчики. Приходят утром воспитатели, нижний этаж весь пустой. А где там спят? Детский лагерь. Мы называем их гнойники разврата. И поэтому, пока мы есть, это для них свет. Вот я говорю, человек взламывает магазин, и в это время машина разворачивалась и осветила. И рядом проходящие увидели, ломают. И сразу за телефоны звонить милиция, его взяли. Кого он больше всех ненавидит-то? Не милицию, а того, кто осветил его. А иначе бы все прошли мимо. Вот это наши ресурсы. Форум, ну и все остальное. Ковалишина Евгения. То, что этот дед уже как 30 лет таких сектантов православие обращает. Некоторые священниками становятся, да только явно не теми, кто на дорогих машинах с охраной ездит и мутит обналичку через постройку 1-3 храмов на одном участке, в которые по 10 человек ходят. О нем еще после перестройки фильм снимали «Златоуст из Потеряевки», не один. Этот фильм занял 1-е место в России. Фильм, это не видео с такими бобинами. И предчувствие 1-е место на международном киноконкурсе. Еще один фильм «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси». Посмотрите эти фильмы на нашем сайте. Согласен с вами, какой-то Русинов, то есть северный, это русский север, что ли.
Игнатий Тихонович – честный верующий человек. Подписан на его канал, смотрю его наставления и разборы Священного Писания. Обычным неверующим по силе духа, по чистоте души до него, как до луны пешком. Если бы был выбор, кому верить, я бы поверил ему, а не чиновникам из Роскомнадзора. Южная Пальмира. Во. Путин, помоги им! Это же наша Русь простая, в лаптях. Сколько веков наш народ проходил. Мужик есть мужик на Руси. Валерий Соломатин. Какое лжесвидетельство. Очередной раз убеждаясь в лицемерии лжи священников Русской Православной Церкви. Как же ему не стыдно, этому Евгению Ударцеву. Как ему не стыдно. Совесть у него хоть грамм есть. С улыбочкой ехидной врет волчара. Дай Бог вам терпения, Игнатий Тихонович. Уважаем и любим вас. Спаси Христос. Я не знаю, кто это. Ничего не выбираю, потому что это не мой ролик. Фейм. Ну что тут? Вспоминаю свое детство. Все дачки были такие в загородных пионерских лагерях. Туалет на улице, будка с дыркой в полу. Столовая такая же, вместо молитвы линейка с речевками. Никто не болел, никто... не травился из детей, а сейчас изнежили детей. Никакой дисциплины, строгости. Все правильно Лапкин делает. Хоть несколько человек, но станут настоящими людьми. Николай не Гоголь. Игнатий Тихонович делает большую работу. Такую нужную для государства и общества. В любой нормальной стране таких людей находят, поднимают на щит и ставят всем пример. А дальше. Попы задолбают Лапкина. Виктор пишет. Какой-то. Ни у кого фотографий-то нету. А такие морды отвратительно у попа и проверяющих. Что бы ни говорили скептики, а по мордам, по морде лица можно многое определить. На 90% исключения встречаются очень редко. Гатон. Пригласите детей к психологу. Пусть узнает, как на них влияет этот отдых. Ну и дальше. Просто прочитайте, вот сколько. Смотрите, все идет. Я дальше показываю еще. А они-то поставили не для того, чтобы нас тут хвалили-то, а люди, смотри, как отзываются-то. Дальше кто-то говорит, нет, в Игнатии лжи, табачная биржа. Лапкин один сделал для христианства больше, чем 1000 попов вместе взятые. Хочется сказать, завидуйте молча. Ну, дальше. Вот я провел, пропускаю много. И что тут говорят? Ну, тут ругаются пидорасы, тут, ну, не надо. На обычных людей наехали. Посмотрел этот материал, прочитал комментарии. Ну и дальше. Вонючая секта, гундяйская, ничего общего с православием не имеющая. Да. Еще. Показать еще. Там, кто смотрит, сами посмотрите. Нашли на кого травлю вести, с кем бороться. Я опять пропускаю. Ударцев и его соратники, госинквизиторы, дай волю, они сожгут Потеряевку. Ну так и было сказано. Чего вы разговариваете? Пойти да сжечь их. Ну, дальше вот смотрите как. Я пропускаю. Сам каждый может просчитать. Показать еще. Смотрю канал Лапкина во свете Библии. 2 года. Один из самых интересных. Особо беседы по скайпу. Я как ролик сделаю вот этот. Я его сюда поставлю. И под него запущу наши данные. Вот. Вон, смотри, как пишет. Вот, я почему-то стал говорить. Валентина Пивин с Украины, где-то Белая Церковь. Она не православная, но она православнее всех православных может быть. Игнатий Тихонович, сделайте отдельное видео, комментируя это видео. Не всем по силам пересмотреть все же ваши видео, которые касаются лагеря Стана. Ну, я вот выставил недавно 43 ролика, я могу даже здесь выставить, 43 видеоролика про наш лагерь. Да, выставить надо. Детей, так, детей, допустим, я знаю все видео канала, отлично. И про лагерь Стан тем более. Но тысячи людей не знают этого. В репортаже Анны много эпизодов, которые засияют новым светом с вашими комментариями. Ну и вот дальше, вот видишь, один какой-то заходит, по 2 строчки, Дмитрий Стуков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и прочее. Ну и по конце, священника этого жирного поразило видео. Легко представить, как он живет в блуде. Все мимические складки его неблагородного лица подсказывают это. Немало не сомневаюсь. Дальше. Ну и вот тут пишут, кто согласны, там не согласны. И еще дальше. Понаехали бюрократы, свиньи придут, все сожрут. Журна шлюхи. Ой, тут матерек. Можно не считать. Ну и все на этом.
уже все позади. Они последний раз приехали, не Роспотребнадзор, а полиция. Это было 18 июля 2016 года. В 22:00. Что в лагере делать? Дети уже спят. Но как тренировали, так и было. Дети бегут, интересно. Гроза, сверкает молния, они бегут куда-то в грозу. Ночью уже детей разобрали. И на утро собрание было. И я сказал, лагерь закрыт и расформирован. Он 45 лет существовал. 45 лет, тысячи детей. А лагерь такой, что вместе с детьми могут родители, бабушки, дедушки по своей путевке приехать. Все. Я уже не начальник. И всю обслугу свою распускаю. Но с детьми буду заниматься. Как? Роспотребнадзор еще в комнаты не залазит. По лагерям. Лагеря нет, это слово исчезло. На территории лагеря после этого ни один ребенок ногой не шагнул. Детей мы разобрали по деревне, а они еще дня два суток, сутками вахтовым методом дежурили. А для чего? Видимо, ребенка надо хоть одного поймать, узнать адрес. И по адресам теперь начали нападать на родителей. Побуждать к лжесвидетельству, чтобы они показали на меня. Но ни один не показал ничего. Краевая прокуратура этим занималась. Побуждение к лжесвидетельству. По-моему, уголовная статья есть такая. И прямо дайте на Лапкина показания, иначе детей отберут. И дальше у вас там, это мне говорят, я их не видел. Это с их слов я все говорю, родители. Притом родители друг друга не знают в разных местах города, а говорят одно, что эти люди им говорили. У меня нет основания им не верить. Ну и чем закончилось-то? Ну ничем. Суд был. Суд принял все во внимание и в иске отказал. Им деньги нужны были. Лагерь невиновен. А почему? Они хотели не лагерь, а общину. Накрыть 50 тысяч штраф. А как? Община возникла после лагеря на 19 лет, без одного на 20 лет. Как она могла нас организовывать? Ну, дочь не могла родить мать свою. Мать могла родить дочь. И судью все это было предсказано. У нас прекрасный адвокат Бауэр Эдуард Викторович, он крещеный Севастьян. Ну и вот так все это закончилось. Я сразу сказал, мы делаем следующее. Приобретаем несколько домов в деревне, а там были дома оставлены. Ремонтируем. И потеряевские жители, которые в домах будут жить, они уже прописаны, будут приглашать детей. Родители будут давать расписки, что ну вот приняли их. И попутно я могу показать такой документ, как это было. Тут я закрываю все. Так, лагерь. Десятина, Ахим, царство. Где тут лагерь? Надо найти мне сейчас. Минутку придется подождать, я пока буду говорить. Лагерь стан. Лагерь. Сейчас мы посмотрим. О, окончательно. Вот, я просчитаю. Вот, посмотри. Снимай. 19 июля, на следующий день, 16 года. Поселок Потеряевка. Протокол номер 52. Собрание деревенской общины поселка Потеряевка. Присутствует 17 человек. Там столько жителей. Повестка. Известить жителей поселка Потеряевка о закрытии лагеря стан. Это секретарь деревни пишет. Второе. Передача в собственность деревни Потеряевка построек лагерных. 8 келий для ночевок, столовая на открытом воздухе, кухня, пекарня, игровой зал и игровая площадка. Все огорожено. Общая площадь около 300 соток бросовой земли детского православного трудового лагеря стана в честь священномученика Клименко Анкирского. В 12 году он был казнен. Слово попросил Лапкин Игнатий Тихонович. Он сообщил, что лагерь стан, который существовал под его руководством 45 лет, считать с сегодняшнего дня, с 19 июля 2016 года официально закрытым. Запомните цифру. 19-е. Это лагерь закрыт и перестал существовать. Закрыт. Больше в таком статусе лагерь существовать пока не будет. Эту фразу разберите. Пока. Может, власть сменится или что-то. Но бросать свое любимое дело, дело сохранения молодого поколения, воспитания молодежи в Боге, он не собирается. В этом году лагерь был закрыт 18-го, 7-го. 2016 в 22:00, когда к лагерю в это время подъехала полиция. Игнатий Тихонович поделился планами на следующий год. Кавычки открыты. На территории поселка обустроить несколько домов, в которых можно будет детям спать и готовить еду.
Хозяева домов приглашают в гости детей. Родители пишут доверенность на этих хозяев. Найти волонтеров, которые будут заниматься и проживать с детьми. А режим будет такой же, каким был в лагере Стане. Ранний подъем, то есть в 5 утра, и за солнцем идут потом в 5:30, в 6, когда день уменьшается. Зарядка, молитва, чтение Евангелия, посильный труд, купание и так дальше. Ягоды собираем мы, ну, игры разные, костер в пятницу. Так будет до тех пор, пока власть не изменит свое отношение к бессмертным душам детей. И их детей нужно научить жить по Евангелию. Без этой цели смысл жизни отсутствует. Останется только животный страх умереть от микробов, бациллов, каких-то палочек, эти холерные там, то, что они выписали нам. По второму вопросу выступил староста поселка Потеряевка Барабаш Игорь Александрович. Он сообщил, что им получено письмо от основателя, я не просто директор, основатель и начальника детского православного трудового лагеря Стана в честь священномученика Климента Анкирского, казненного в 1912 году, Лапкина Игнатия Тихоновича, в котором сообщается, что в связи с закрытием лагеря Стана и его ликвидацией, в кавычках, в скобках, ввиду абсолютной невозможности его существования в связи с сильными нападками в июле 2016 года от Роспотребнадзора, все постройки лагеря Стана передаются безвозмездно в собственность поселка Потеряевка. Летом там будут проходить занятия жителей деревни Потеряевка по изучению Святой Библии. Здесь же будут принимать гости и приехавшие на день крещения. А для новопоселенцев есть место, где им можно ночевать и укрыться от непогоды, пока они построят себе жилье. Лагерь Стан не занимал ни одного квадратного метра земли, годной для всех сельхозугодий. Он на навозной куче среди зарослей крапивы в 200 метрах от деревни к северо-западу. Этот лагерь Стан просуществовал в течение 45 лет без помощи государства. Ни копейки не дали, ни рубля. Здесь отдохнули тысячи детей и их родные. Показан живой пример того, что можно и в бедности жить красиво и интересно. Никому не жаловаться на свою бедность, но молиться за всех. Это настоящий музей под открытым небом, чтобы видели последующие жители, что никогда не нужно отчаиваться, ибо новый день со Христом и Иисусом подает новые надежды на радостную, свободную и счастливую жизнь в Боге. По Евангелию, жизни в Духе Святом. Решили принять постройки лагеря Стана в собственность деревни Потеряевка и в дальнейшем обеспечивать сохранность этих всех построек. Староста поселка Потеряевка Барабаш Игорь Александрович, протоиерей Аким Лапкин, секретарь Барабаш Елена Анатольевна. То есть у них печать есть, бланк, все это сделано. Дальше мы ничего уже делать не будем. Никакого отношения к прежнему лагерю мы не имеем. Ну вот и все. Ролик, когда будет сделан, я постараюсь вот под этим роликом, ну, который сейчас мы комментировали, вот этот вот, я его оставлю пока, под него тогда поставлю. Вот. У меня столько отзывов ни на один ролик не было, но они более известные, что дело было в Потеряевке. Ну вот на этом у меня все. Что Бог благословил Роспотребнадзор, благословил всех нападающих полицию, они нам никакого зла не сделали. Потому что мы там уже, ну, не два дня, 45 лет. И Господь видит, что мы переходим в новый формат. Вполне. И считаю, что Господь это допустил. Самые злодейские отзывы давал Скуратовский из Калифорнии, якобы перешедший из баптиста православия. Да так их добивать надо, это упырь, это такой там, наконец-то Бог уничтожил, никогда не уничтожил. То есть злодействует, в злобе исходит. Почему? Он пришел в православие. И тут его научили только этому. Это уже на этом вышли только. Дальше были ушедшие от нас, даже к старообрядцам перешли, никаких разговоров не было. Но тут они выскочили сразу. Выскочили, а что-то у него было плохо, он рубил дрова, себе ногу повредил или что-то. Как, при чем тут я? Здоровый дядька не может дрова рубить. Ну, просто ничего нету. И поэтому я Богу благодарен, что приехала Анна Афанасьева. Мы расстались по-хорошему, помолились, они их благословили. К ней претензий нет. Она не хозяйка. Она материал дает. А кто его составляет, этот ролик-то? Я откуда знаю? И по ролику, если смотреть, они, видно, наклонности уязвить нету. Просто она говорила, но записали-то 4 часа 40 минут, а весь ролик 15 минут, а в этом ролике 4 только процента того, что в ролике есть. От 15 минут отнимите. То есть...
Остальное это наше там было. И ее 4,5 часа 1% примерно сняли. Это я высчитал по времени. Выписал все. Жалко, конечно, что так кромсают. Они были здесь, обедали у батюшки. Хороший был разговор. И, ну как даже, вот этого нашли Ударцева, откуда он, так он ни одного положительного слова-то не заработал. И вот слева и справа, говорит, поганца отхлестали. Кто он такой? Поэтому за все Бога благодарим. И когда суд начался 27 июля, то требовал Роспотребнадзор, чтобы лагерь закрыли, как они закрывают, на 3 месяца. У нас по закону 2 августа был бы закрыт, там осталось-то меньше недели. И лагеря уже не было, они совершенно не знают. Как требовать закрытия лагеря, которого нету? И во-вторых, как на 3 месяца, когда в это время уже учебный год начинается? Глупости. Ну и на этом все. И они 10 дней держали нас в неведении, могли передать, но ответили, не будем подавать на пересуд. Потому что прокуратура не на их стороне, в данном случае, да. По всей вероятности, думаю. Ну а суд, ну суд, как видите, распорядился. Состава преступления не обнаружено. И претензия Роспотребнадзора, их же вот этот работник и говорит, ни на каком основании. Они не зарегистрированы, их и проверять нельзя было. Ну и дальше, что они говорят, вы сами посмотрите. Снимал у меня это Роман Малыш, благодарю Бога, слава Богу, что сегодня мы сумели этот ролик прокомментировать. Как бы не Пивень Валентина, то этого ролика не было бы. Это благодаря ей, она очень любопытная, интересная такая женщина. Она, видимо, я не знаю, какой она принадлежит там ветви православия, но отзывы ее сознанием дела. Валентина, я тебя благодарю. Как бы не задала этот вопрос, и тот к мне скинул, того благодарю. Я не знал даже про этот ролик-то. Я только узнал еще, ночь прошла. И поэтому я сразу на него отреагировал. Отзывы-то 95% положительные. А который говорит, там против что-то, закрыть надо, уничтожить. Ну, какой с ним разговор? То он не о лагере говорит. У нас нету там епископа, да здесь никто это не разбирает. Ну, теперь давай еще говори другое, что я упал на велосипеде, или 3 года назад ехал, курицу задавил. Ну и что? Сказать-то можно было. Я был в армии. Ну, в армии был там и проспал однажды. И что это, вину ставить? То есть ни о чем говорит. Почему? Он патриархийный, лжец и по заказу. И принял вид ангела света. Вот Свет Христов пишет. Была Божья воля, кто там так называемый царионов, Антео, кирпичами бить, там ходили, хулиганили. Раз, закрыли, как будто его никогда не было. Это же все кончается. Мои книги, у меня 38 книг, брали на исследование несколько епархий. Епархия, цензор, это что-то. Дальше Дворкину отдали. Дальше в Одессе монастырь. Дальше Киево-Печорская лавра затребовала. Профессора какие-то там сообщали, мне люди сообщают. И что за 14 лет ни одного слова нигде нету. Нету конкретного. Сослались бы, сказали, это не по Библии. Во свете Библии, а не то, что я говорю, что мощи захоронить надо, прах ты в прах возвратишься, а надо, другие говорят, растаскивать их. Почему Антоний Великий боялся этого растаскивания и считал это не от Бога? Не от Бога это, что режут мощи. Я доказываю на основании Библии. А они на основании там Дамаскина или кого-то начинают. Я сказал одно выражение. Монашество в том виде, в котором оно пришло к нам, принесло зло во много раз больше, чем вместе взятое масоны. И перечисляю мусульманство, сектанты, коммунисты и фашисты. А почему? Да потому что запечатали, ни одного проповедника нету. Самые силы высасывали из народа и гробили. В песок уходили, не давая потомства за стенами монастыря, за этой мандрой. Мандра – это стена. Вот как надо понимать. А монахи – это герои настоящие. Я за монашество 2 руками. Чтобы люди были одинокие, ничем не заняты, служили для Бога. Никаких обетов не давать. Перед Богом обет дан был в крещении, служить Богу доброй совестью, и идти проповедовать всем, мужчинам, женщинам, детям. Вот тут была большая нападка на такой монастырь, там Жар Михаил был, а теперь он Лонгин, ну Форпост, книга есть-то. И они на меня вышли почему-то, не знаю, это я им ответил, что он перестал поминать патриарха. Причем тут патриарх-то, я говорю, вы идите на проповедь. У вас есть знающие украинский язык, русский язык, румынский. Ну идите туда, 300 или 400 монахов. А что вы сидите в одном месте-то? Уже на одном месте построили больше 10 храмов за стенами. Кому не нужны
Храмы и схромались. Господь говорит, камня на камне не останется. Я им написал это. Но когда написал, кто-то, редактор или кто, она, видимо, в дороге получила. И говорит, я приду домой, разберусь, что вы тут написали, но уже я вас благодарю. Но нет по сегодняшний день ответа. Видимо, мой ответ не понравился. А я так хотел, чтобы пошли они благовествовать. У Пахомия было, у великого Пахомия, 11 тысяч монахов. А были монастыри по 50 тысяч. Так что государство начало разваливаться. И поэтому Ганский собор, там Анкирский, правила за правилом стали выдвигать. Кто оставляет мать под причалом родителей благочестия, монастырь уходит под клятву, то есть проклят. Детей оставляет под клятвой, то есть проклят. Жену или дети, мужа оставляет ради благочестия, проклят. Кто одевается, женщины под мужчину одевались, и там они скрывались в монастырях, проклят. Это не я, это правило поместных соборов. На этом все. Богу нашему слава во веки веков. Благодарю.